Что продаешь? То, что само продается. Ты торгуешь оружием и пылью, Рики. Мне не нужен продажник. Уж извини. Достать бы денег. Я стараюсь. На чем же реально подняться? Я думал, не позвонишь. Риски? Попасться. И сколько? Это он. Самое главное, то, что ты у нас фактор внезапности. Пришел ты внезапно? Прикрытие, что надо. Завезешь груз. Слим скажет, куда. Смотри, чтобы жестянчик ничего не выкинул. Скажу только один раз. Мы все в деле. Так что все, с кем ты связан, умрут. Так и задумывалась? Нормально так свели счеты! Откуда мне знать, что ты и меня не пришьешь? Если бы собирался, уже бы пришил. Нас обворовывать себе дороже. Нужен козел отпущения. Думаешь, это вот все бессрочно на всю жизнь? Давай, оторвись.